Ніч на 14 червня саме цей літак Іл-76 першим зайшов на посадку в Луганський аеропорт з десантниками на борту, також технікою бойовою, боєприпасами та їжею для тих, хто був заблокований в цьому аеропорті. Рівно через 10 хвилин, заходячи на посадку, був збитий наступний Іл-76 з 49 людьми на борту. Зараз саме цей сірий, він один єдиний такий літак, носить ім'я загиблого командира того екіпажу Олександра Білого. Я розумію, що історія там дуже для вас, мабуть, складна, але я би хотіла, щоб ви згадали про, власне, як це було не лише 14 червня, а й час перед цим ви не один раз літали в Луганський аеропорт. Якщо говорити про накази командирів, що це було за завдання тоді? І чи бачите ви зараз з тої відстані, що це можна було, можливо, якось інакше робити? Чи от все-таки літаки там були потрібні? Это правильно, при любой войне идет доставка грузов. Она может быть идти как наземным эшелонами, так и воздушными. Необходимо быстро было реагировать на поставленные задачи, на переброску войск, техники, грузов, материальных средств, питания. Легче всего это, конечно, сделать самолетом и быстрее, мгновенно практически. Потому что ситуация менялась и на Востоке, и в Крыму, она очень быстро. Каждый день необходимо было или в одной, или в другой точке находиться нашим вооруженным силам, чтобы предотвратить распространение незаконных вооруженных формирований на территории нашей страны. И поэтому задачи, которые ставились непосредственно для бригады, мы выполняли в срок и своевременно, и очень быстро. Самолеты были и экипажи распределены по всей территории Украины, то есть это не только с одного аэродрома выполнялась задача, это с разных, не только ИЛами, и Ан-26, и вертолетами это все доставлялось, то есть задачи были постоянные. Пока шло понимание, оценка ценностей, понимание сил, которые нам противостоят, и силы ли это вообще. Сначала было все нормально, все хорошо, потом начали у нас возникать в вооруженных силах и в повитальных силах первые жертвы, сбитые самолеты. Тогда никто не говорил о каких-то средствах ПВО, о каких-то наличии этого вооружения, которое мы практически никогда не думали, что оно и будет в чьих-то руках, особенно средства ракет типа «Земля-воздух». Просто так они ниоткуда не могли взяться, и просто так никому попасть в руки невозможно было. И самолеты столкнулись, и экипажи столкнулись с таким вооружением, что практически с любой стороны можно было ожидать удар в спину. Вот. И экипажи, которые начали выполнять полеты, и в принципе с одной стороны и правильно, доставлять уже пехота пошла вперед намного быстрее, чем успевали доставлять средства материально-технического обеспечения. А без них никаких операций невозможно, не шла была речь. А яка у вас була інформація від командування про якби небезпеку, яка там є? Ну, тобто, що вам говорили, що ви летите туди, там може бути що? Тобто, яка небезпека для вас там? Все, що угодно може бути там. Ми прекрасно, наші мальчики, ми все розуміли, що там може бути. Самоліти для цього і спеціально, і були оборудовані максимальними можливостями, средствами по преодоленню ПВО, по отстрелу ложных ловушек, дипольных отражателей. Маскировка заключалась в следующем, что ни один полет мы не выполняли, всегда выполняли в режиме радиомолчания, с выключенными фарами, подсветкой минимальной в кабине, закрытыми шторками. Для всех рассказываю, что огни посадочные и аэронавигационные огни в самолете выключены. Если они были бы включены, то это прямая угроза для экипажа. И ни один здравомыслящий пилот, бортинженер, любой член экипажа на это дело не пойдет. Нам доводилось то, что у нас есть на стойках, так называется, лампочки КФЛ. Мы их даже выкручивали механически, как обыкновенную лампочку Ильича из цоколя. А также мы выкручивали их, поэтому даже когда шасси выпускаются, не видно, что выпущены, не выпущены. И всегда шли в темноте. Темнота — это как друг индейцев.
Но не в этот раз получилось, потому что именно когда Луганск уже пошел, аэропорт диспетчерских служб нет, а генераторы, по большому счету, работают не более 10-15 минут, дальше не выдерживают, потому что были повреждены, от воды отрезаны, то есть охлаждение быть у них не могут, невозможно было сделать охлаждение, диспетчера нет. Ни ветер, ни то, ничего мы получить не можем, ни давление аэродрома. То есть это все входит в меру безопасности. Кто-то меня спрашивает, почему вы не делали афганские заходы? Да делали мы эти афганские заходы. Афганский заход, это называется полет с максимальным градиентом и вертикальными скоростями, и кренами при заходе на взлетно-посадочную полосу с минимальным радиусом, допустим, 3-4 километра. Потому что самолет меньше не может это сделать, такой, как мы. Тобто це означає, цей поворот дуже... З большої висоти заходить самоліт і практично як по воронці падає вниз, як через водочку ми заливаємо бензин в каністру, да? Так от же ми падаємо вниз і садимося. Всегда афганський заход, він і був придуман для Афганістану, це специфічне, тому що це тільки при візуальному контакті з землею і днем. Ночью, який контакт з землею? Ноль. Нету. Чорне пятно. Ми падали в чорне пятно. Потому что это вот, говорит, кто там, летчики научные, ненаучные. Да научные летчики были не той степени. Пускай кто-то другой попробует сделать то же самое. Вы заходили как обычно, или там не то, как обычно. Это все обвинение. Самолеты мы никогда не повторялись ни одного раза. Мы ни разу не повторялись, еще раз подчеркиваю. Мы всегда выполняли с разных заходов, с разных рубежей. По имеющейся нам информации, где возможность была лучше подойти, там даже хоть минимальная. Мы ее использовали по максимуму и очень быстро, потому что долго находиться в зоне поражения, любой человек даже это не захочет, здравомыслящий, по крайней мере. Але полосу все-таки включали для вас на эту посадку, тобто вогни были? Ну, это было не первое, это уже был последний раз, когда включили. До этого ее не включили ни разу. Потом и получилось, видно, ребятам на Луганском аэропорту как-то запустить, я не знаю, как это все им это, ну, им надо было обязательно, потому что они находились там, по большому счету, без еды и без воды. И понимаете, они там находились одни. И все равно моя задача, надо было туда лететь, выполнять задачи. Мы не могли их бросить одиноких там, потому что все подходы были практически отрезаны, и войск в районе Луганского аэропорта практически не было, от слова совсем. Uh-huh. Поэтому единственный мост, который был, это был мост воздушный. Много спрашивают, говорит, а вы бы знали, вы полетели бы или не полетели бы, да? Или там, могли бы отказаться. Да не мог я отказаться от этого. И что солдаты не спрашивают, когда он берет ружье, он знает, что его могут убить? Конечно, знает. Конечно, знает, когда он идет на войну, он знает, что его могут убить. Так же самое и мы. Угу. Все командиры, которые тогда выполняли полеты, все прекрасно понимали эту ситуацию. И обязательно перед полетом, когда я вел инструктаж именно командиров, потому что я больше никому информацию не выдавал, как и что мы будем выполнять и лететь, кроме, допустим, вот этой тройки, которая заходила, больше трех человек, включая меня, никто об этом не знал, как мы будем туда лететь. По каким параметрам, на каких еще вопросы, всегда спрашиваю, есть возможность обстрела, и 50 на 50 по большому счету, прикрытие как таковое, то только наземное, воздушного прикрытия у нас нет. И а вы говорили про те, что, может, варто, ну, типа, как-то звертались до керівництва, что потрібно вам? Повітряне прикриття, що це дало більшу безпеку. Не могли тоді нам зробити прикриття повітряне вночі. Чому? Во-первых, далеко від аеродрому базування. Раз. Во-вторых, льотчики і самоліти наші були приспособлені так, що ми цей момент тоді упустили. Дуже сильно в підготовці льотного составу. Просто не було допущених людей, які могли б ночі прикрити. Угу. Тобто таких людей, які на той момент могли це зробити, да, фактично? Фактично, да. Риск був теж великий для них.
потому что можно было и столкнуться в воздухе. И угу. это сейчас, об этом мы говорим с улыбкой, потому что мы это уже научились делать. Затравили. И могли. Угу. И уже сможем, да, и отрабатываем. Тогда, вы помните, как эти вертушки за вертушкой падали. Они угу. были нужны в других районах, там, где более необходимы. Справиться и так, без нас. Угу. Вот мы и справились. Угу. І ви так і вирішили летіти в такій послідовності, що спочатку ви, потім Саша? Ми міняли, да. Саша у нас літав завжди крайній. Вот. Но в этот раз я його поставив именно в середину, попросився, тому що так немножко треба було з технічних вопросів. Вопроси там були по загрузці, він раніше успівав загружатися, чим тот ага. самоліт. И по вопросу там обладнания этого летака, то есть оборудование этого самолета, как раз оно позволяло выполнять некоторые вопросы, которые было удобно для выполнения этой операции. Я не буду вдаваться в подробности, mm-hmm. но так было необходимо. И, в принципе, он и сам попросил, говорит, я лучше встану в середину, мне тут немножко удобнее держаться так в строю. Потому что опыт, кстати, тоже получил очень сильный, и он летал везде, выполнял задачи, имел опыт полета по международным воздушным линиям, и в Гренландии он операции участвовал. Налетался он сильно, конечно. Он пришел к нам вообще с истребителем бомбардировочной авиации, то есть тактические ему эти законы, маневры, все были очень, очень знакомы. Угу. Просто человек действительно был такой, что, знаете, вот, не мог ни телевизор смотреть, не мог. И вот это вот раздражало и бесило, что происходит на Украине. И мне казалось бы, даже если дали ему в руки автомат, он пошел бы в окопы. Но он бы стоял бы за свою родину в полном объеме. Mm. А так как он летчик, он применил максимальное количество своих возможностей. Подготовил свой экипаж до автоматизма выполнять эти задачи. Мгновенно практически выполнять. И был отдан своему делу. Я не говорю, потому что его сейчас с нами нет. Просто так оно действительно. И мы растим так свои экипажи. И к этому прививаем в полном мысли объем. И вы его вчера на еду? Да. Я учил его так, чтобы быть автономным на протяжении, допустим, полугода жить самим. Самому принимать решения. Вы летали в цей же ж день, если поправьте меня. Да. То 13-го зранку вы летели в аэропорт Луганский. Да. А, і тут поступила команда летіти чомусь знову. Все ж таки, ви вже ж ну, вивантажили. Ви ж змогли сісти 13 тисяч? Змогли, так. Да, да. Ми під утро були в цьому аеропорту. Этим же составом, тройкой. Виповнили задачу, довезли тот груз, который мы ночью не смогли сісти. Ми на утро вилетіли. І безпечно ушли, хоча під обстріл вже був стрілкотні. И получили команду с воздуха следовать на другой аэродром под дозаправку топливом и пополнение снаряжения. Значит, задачу выполнили, и... потому что так получилось, что тылы еще не успевали за таким количеством и развертыванием такой ситуации. Топливо подошло только не к нашему аэропорту, а подошло к Кульбакину. Там было топливо, мы туда прилетели, заправились и ждали дальнейшей команды, куда. Потому что ежедневно экипажи работали, мы уже привыкли, что мы практически не останавливались. Загрузились, пополнили снаряжение, вперед. Заправились, вперед. Как говорится по-английски, check wheels and go. Поверь колеса, вперед. Вот так вот мы и гоняли. Прилетели, все, и поступила команда перелет на Днепр. Длинность не новость, мы туда летали часто. Возможно, это была какая-то ротация, возможно, было бы еще что-то. То есть, как таковые команды мы не получили. Команда уже была непосредственная, когда мы увидели десантуру, куда везти ее. Думали, может, опять к нам, в наше расположение, может, где-то здесь плохо, на южном регионе. Mm-hmm. Вот, перетащить очень быстро надо. Но нет. Непосредственно уже перед вылетом поступила команда на Луганск. Личный состав не знал. Куда он летит? Куда он летит. Командиры знали. Но не все. Вот. Под загрузку и все. Вперед, вперед, вперед. И вошло оно так, что насмотрелись на то, что творилось уже на Востоке. И надо было ребятам, конечно, тоже
дать возможность защищать свою страну. У них даже эту возможность их не, они не использовали. Они погибли при заходе. Команда получили, загрузились. Команда была какой, устную? По телефону, ну как, по средствам телефонии. А кто вам давал ваш беспосредний командир? Это там, которые находились, офицеры непосредственно, да, свыше. И с повітряних сил. Непосредственно руководитель и начальник авиации. Вот. Чи було командування повітряних сил відомо про те, що є якісь засоби в Луганському аеропорту, які можуть збити літак? Якщо б от це було відомо, то мене б туди Нікіфоров не послав би. Генерал Нікіфоров тоді був непосредственно в штабі АТО і управляв авіацією. Если бы хоть доля у него была этой информации, поверьте, то, что дед бы нас туда не послал. А які, у вас були попередні подібні випадки, що кажуть, там небезпечно, а ви вже летите, розвертаєтеся? Чи не було до цього? Ні, були тільки фрагменти, що небезпечно, допустим, в такому-то секторі. Є, я кажу, вірогідність там, или вероятность попадання під вражеский обстріл, то мы этот сектор никогда не использовали на заходе на посадке. Мы всегда обходили этот район. Угу. В этот раз тоже были два сектора, для нас практически закрыты. Мы эти секторы обходили. А это какие секторы были? В районе взлетно-посадочной полосы со стороны города, со стороны Лутугина, угу, где мы попадали в прошлый раз под обстрел. Но именно это стрелкотни. Угу. Про ПЗРК речи не было. А потом выявилось, что... Да, ПЗРК там мы сильно и не боялись, там, по большому счету. Этот самолет выдерживает один и два удара. Можно сесть, и можно взлететь и уйти. Угу. Тут вопрос говорит то, что тут грамотно было все расставлено и сделано. То есть уже ждали не день, видно, может быть, и не сразу. Потому что правильно, во-первых, всех секторы обстрела и грамотно поставленная, скажем так, на удалении где-то от 4 до 6 километров уже линия, потому что вы выдвинулись машины и резали с пулеметов, в общем смысл. И резали как того поросенка, который уже зайти и сбежать уже никуда не может. Угу. Это вы бачили уже, как летак расстреливали? С разных направлений, понимаете? С двух сторон. Это нет ничего хуже перекрестного огня. Он в перекрестном огне оказался, с нескольких направлений. И все, что могли бойцы в аэропорту, они сделали. Но они не могли достать на таком направлении. Они вот сейчас бы этот сектор прочистили и ушли. Через 15 минут они бы пошли опять на то место и встали бы. Понимаете, в чем смысл? А радиус такой, где бы могли бы безопасно зайти, они не смогли бы обеспечить. По крайней мере, такими силами, которые были там. Небезопасно, потому что везде населенный пункт. А населенный пункт — это редут, это определенное, как сказать, укрепление для врагов, которым они просто сидят и ждут. Они предупреждали, как уже, потому что телевизора у нас не было с собой, как уже мы там посредством массовой информации даже доходило, что или наше руководство предупреждало, что мы будем сбивать любые самолеты, которые будут заходить на аэродром Луганск. Для кого это не говорили? Ну, понятно, что они много говорят, а мало ли что делают. Но в этот раз это оказалось не шуткой. А по большому счету правды. Угу. А я так розумію, що до командування повітряних сил дійшла оця от дані розвідки про те, що в них є ПЗРК запізно. Да. Это уже непосредственно, когда до меня дошла информация, что оно уже прошло уже после того, как все случилось. С опозданием. Потому что даже те, по-моему, та розвідка, которая была, она была с опозданием на день или, может быть, на другой, но я точно сказать не могу. Но я знаю то, что из приватной беседы, что информации такой не было. Она зашла уже на следующий день, что действительно был выход. Угу. Был организован выход именно в район рассредоточения с разными направлениями, во-первых. Чтоб я с одной стороны, что с другой, я бы заходил, я все равно попадал группой под ПВО, да, под этот обстрел. Там единственный вариант был бы правильно, это только из-под земли. Но такого варианта самолет Ил-76 себе позволить не может. А как вы думаете, что был ще витік информации, или просто чекали будь-якого момента, когда будет летіти? Було все в комплексе.
Вот этот комплекс они используют в полном объеме. Любое выдвижение нужно, перед тем, как какое-то принять решение, нужна какая-то информация, исходящая обстановки. Она у них была. И непосредственно те факты, то, что мы взлетели, они уже об этом знали. Руководили там правильные люди, видно, кадровые, военные. И все сделали так, чтобы самолет был бы сбит, и они это выполнили. Они работу получили, они за это получили деньги, большие деньги. Так добре, ви прилетіли, ви все-таки приземлились, через 7 хвилин мав приземлитися Саша, виходить, да? Ровно через 10. Через 10? Да. Пошли на 10 минут, ми тривали. У мене було, почему таке время? Оно із тактики самое лучшее время, потому что на захвачений аэродром или аэродром, который находится в тылу врага, это лучше всего лететь поодиночно потоком самолетов, потому что, чтобы не подставиться сразу, потому что так бы сбили два сразу. А так, по одному, один, есть возможность уйти другим. Хотя тоже большой процент они использовали. И для того, чтобы мне нужно было сесть и развернуться, и зарулить, потому что рулежка только одна в этом аэропорту. А самолет настолько по одной рулежке мог. То есть мне должен пробежать, использовать всю длину ВПП, развернуться на 180 и вернуться на исходную групповую стоянку, там, где к зданию аэровокзала. А для этого мне нужно время. И не забудьте, что я туда захожу на скорости 250 км в час. И полосу перед моей посадкой выключили. Вот. И я возвращался уже по выключенной ВПП назад. Вы на машине же ездите? Представляете, на этой скорости ехать без фар ночью. Вот так вот и я ехал. Почувствовал, что где-то трясет. Значит, я съехал с ВПП назад. Вот так вот. И зарулили, потому что я, чем дальше от здания аэровокзала, тем ближе я к расположению любителей пострелять в пьяном угаре. Поэтому приходилось быстренько назад, к зданию аэровокзала, где все выключено, еще раз повторяю. И в темноте, значит, жду следующего самолета. И непосредственно перед посадкой Саня полосу включили, он ее увидел. Он увидел с удаления, вроде где-то там, может, 7 или 8 километров. Вот я вижу полосу. А как вы, тобто він сказав, що він бачить? Да, он говорит, я полосу наблюдаю. Тобто ви почули? Я говорю, готов, наблюдаю полосу. И он пошел. Все, и это было последнее слово. И сразу после этого вы побачили, да. Он шел с большой вертикально, он падал вниз, он так вот с градиентом заходил. Потому что если по-нормальному самолет становится, заходит на посадку, у него где-то рубеж около 12 до 15 километров, точка входа в глиссаду. И он идет постепенно снижаясь. Это с минимальной скоростью 2-3 метра в секунду, максимум 4. А он падал с вертикали 15-20 метров в секунду. Он падал вот так, с креном туда. И когда ему перебили крыло, он кувыркнулся и пошел в другую сторону. Он от ВПП полетел назад. И он упал практически колесами кверху. Почему колеса все целые? Колесами кверху. Он перебил плоскость. С одной стороны подъемная сила больше, с другой меньше. Стало вращать. Вот. Вы это побачили? Я практически... это в темноте это видно, не видно. Я видел, как его резали. И как он уже падал, крутился на фоне темного неба. Ну, как бы какой-то фрагмент, который сейчас уже стирается с памяти, понимаете? Вот силуэт какой-то видел. Я говорю, почему он в таком положении? Почему я вижу два крыла, а не вот так вот? А я почему их вижу вот так вот? То есть он уже кренился, он падал. Потому что Сашкины руки у него остались, когда жилы, вы понимаете? Вот когда жилы, когда его снимали, его там не могли достать, одного пилотов. Вот. Его когда достали по руке, у него жилы были аж не то что запеченные, вот, что-то текло, да, даже на такой степени у него все мышцы были сведены. Он, видно, вытягивал, тянулся мы до последнего, он боролся за это. Чтобы вытащить его, да. Вот. Потому что его когда доставали, министр обороны принял решение выдвинуться к группе и забрать тела погибших, однозначно всех, кого смогли. Вот, вытащить. И вы тоже туда поехали? Нет, нам нельзя было туда выдвигаться. Значит, мы как раз это докладывали, как что произошло, что случилось, в каком регионе, как это все напрямую начали генерального штаба. И министр обороны и своему командованию, значит, докладывал. Нас сразу же изолируют место. Я перерулил самолетом непосредственно ближе к зданию аэропорта. Просто вплотную встал. И сразу машины, которые были наземные, используются по обслуживанию самолетов, в кольцо закрыл свой самолет, хотя бы, чтобы пули не попадали в него. Понятно, что по верху все, он высокий самолет, но на фоне аэропорта, серый на сером, плохо видно.
Вот. А группа непосредственно, которая была, поставлена была задача командиру тактической группы выдвинуться. Десантные комики там были в аэропорту. И десантники. И командиру группы Славутич надо было туда выйти, в тот регион падения, найти самолет и, значит, тела однозначно забрать. Вот тем мы отличаемся от российской армии, то, что мы своих забираем. И мы своих шануем, мы на коленях стоим. Когда я увидел вспышку, я еще не мог себе отдать это. Признаться самому себе, что все, с экипажем покончено. И с личным составом, который там находится, я прекрасно знал, что уже никто не выжил. Ну, надежда какая-то еще была, мало ли что, как бы что-то там, может, думал, стрелок прыгнул или что-то, что-то осталось. Вот. Группа выехала, до нас уже были там люди. Я так понимаю, что там были уже центральные телеканалы одной из страны. Вот. Полазили они там уже более эффективно. Некоторые вещи они туда забрали с самолета. Но некоторые с перепугу не успели забрать. И наши приехали, конечно, все. Кого смогли, того подняли. Кого вытащили, кого не успели, но фрагменты хотя бы позабирали. Потому что, насколько я сейчас владею информацией, что и тела еще некоторых людей остались там, и останки. То, что матери моего, например, штурмана, она хранила еще очень много разных, понаходила документов. Все, что могли, мы забрали. Все, что осталось там, они захоронены там неподалеку. Матери и на суде ко мне много подходили. Там, вы видели моего ребенка? Видели? Нет, не видел. Я видел много разных ребят, но я так опоздать не могу, потому что искорежены, исковерканы тела. Вот в чем смысл. Потому что их когда привезли, я не терял, в аэропорт, да? Да, я не терял надежды уйти оттуда. Сразу же я самолет все загрузил, все тела. Ну, разные еще там грузы взял, непосредственно вещественные доказательства. Те же ПЗРК, с которых нас сбивали. И принимали решение, когда выходить. Значит, с обстановкой мы тактически ознакомились. Все вокруг нам стало ясно и понятно. Группы постоянно выдвигались, и разведчики докладывали, что все лесопосадки, которые вокруг находились непосредственно в близости к аэропорту, кишат определенными господами. Вопрос об одном, то, что я понимаю, что тело я быстро матерям доставить не могу. Потому что подвергать опасности себя снова экипаж, оно не имело никакого резона ситуации. Погода не позволяла мне уйти, потому что и днем жаркое солнце, я градиент такой набора не сделаю, видно меня на ладони, потому что они уже пришли, они уже не уйдут. Они будут добивать меня на взлете, это ясно, да, понятно. Это их основная была задача, как можно больше. Это, по большому счету, югославский вопрос. Бить ведомого, потом ведущего добивать на взлете. Это ясно и понятно уже было. Вот. Ну, я им такую возможность не дал. Тренировал их каждый день своими запусками и выключениями. Они привыкли к гулу двигателей, то, что он стоит постоянно. Это могло быть и вечером, могло быть и днем. Тобто вони знали, погода. Що літак один зійшов перший? Они знали, что я стою. Они просто знали, они уже потом начали через определенных офицеров, может быть, требовать от президента, может, говорит, заплатит деньги, потому что, говорит, пускай он уходит, мы его выпустим, экипаж, на самолет, говорит, и самолет вы выпустим. Во сколько оцениваете? То есть никто не шел об этом. Разные варианты рассматривались, как нас оттуда достать. То есть ни вертушки, ни другими самолетами сюда уже долететь команды никто не давал. То есть все поняли прекрасно, что это пришел конец Луганскому аэропорту по выполнению полетов. Дмитро, а у вас було відчуття в ці дні, що реально з вами є командування? Чи все-таки ви приймали рішення просто самі? Ні, я постійно був на зв'язку з командуванням. Була організована зв'язь, вона секретна була зв'язь, закрита. Я постійно з ними розмовляв, постійно я знав, де, що і як. Обсуждались різні варіанти виходу. Які? Що ви вийдете без літака? Були варіанти? Ні. Один варіант – виходити і везти з собою загиблих. Да, это был приказ, потому что дошло до такого, что тела начали уже чуть-чуть, скажем так, течь, разлагаться. И в самолете, по большому счету, если
пошла уже кровь и заражение пошло бы, я бы дальше в самолете это надо было бы выкидывать. Потому что самолет, когда будет впитывать в себя, значит, вот зараженную кровь и трупный яд, он самолет уже будет не приспособлен для перевозки личного состава. Это есть возможность, его надо полностью разбирать. И я не знаю, какими способами его восстанавливать. Пришлось искать кунг, варить его медицинский, делать подручными средствами, ставить на колеса, перегружать. Самое страшное сейчас вот тут фрагмент был. Перегружать все, что осталось. Если я еще мог опознавать, когда его загрузили в самолет, то когда я зашел в следующий раз в самолет, то искореженные руки и ноги, они уже все лежали на земле. Они уже лежали, и уже надо было как-то это все собирать. Тут спасибо большому счету 25-й бригаде, доктору. Марлевые повязки, спирт. Я не знаю, что там. Лил, чтобы не было этого запаха. И на глаза все. Это мы выгружали из этого все. Всех своих боевых товарищей. Не было ни противно, не было ничего. Было просто как-то на душе плохо, знаете. Не страшно было. Это уже не страшно было. Страшно было этого по-другому немножко. Ну, уйти не могу. Принял решение хоронить. Это вы сами уже приняли. Да. Выкопал яму. Будем хоронить. А куда девать? Хорошо, командование там, наши медики, ждал прокуратуры Луганской, которая должна была хотя бы засвидетельствовать факт. Естественно, никто не приехал. И не должен был бы приехать. Люди еще не понимали даже, потому что вы, я вам как это объясните, это сейчас немножко я уже забыл, но когда возвращаюсь к тому времени, некоторые люди даже и в Киеве, может быть, даже не понимали, что это уже не наша земля. Что все, что вокруг там творится, это уже там идет настоящая реальная война. Все, вызовите прокуратуру, съездите в прокуратуру, съездите в больницу, в Луганскую. Представляете, как это я могу поехать, если Луганск окружен. Это вам такие да. Наказы будут из Киева? Вот представьте. Ну какой нормальный человек поедет? От здания в территории дом стоял, женщина жила 15 метров, 20 метров с ребенком. Так ее обстреливали всю ночь, чтобы она не выходила к нам и не принесла воды. Понимаете, о чем идет речь? Вот. Ну, пришло решение о том, что надо доставить все-таки тела. Через по линии Красного Креста или еще по другому варианту пришли к выводу тому, что мы даем возможность забрать их тела. Здесь счастье, да? Которые вокруг аэропорта не препятствуют этого. А они отвезут наши и передадут в районе Константиновки. Вот. Но это не пошли. Они приехали на машинах АТБ. Вот. 7 или 10 машин, я уже не помню, честно слово. Но, по-моему, метров 200 или 300 они прошли по вдоль посадки, они были все полные. И не завернулись, поехали дальше. Смысла не было. Представляете, сколько их там, сколько вот это логово там было, этих орков. Если 7 машин было загружено, с 200 метров. Может, они еще по дороге где-то подбирали, но они вдоль ВПП приехали на 200 метров. Вдоль, вернее, линии лесопосадки. Все. А наша вот одна была, так они ее везли через весь Луганск, показывая, что вот смотрите, мы же тут какие убили людей. Тогда уже второй вариант, как уходить нам. Тут очень тоже интересный вариант. Разные. И под воздушным прикрытием, и под нанесением каких-то отвлекающих ударов по земле, или еще что-то. Все, вроде уже авиация вся рвалась. Поверьте, то, что меня там многие знают, летчики на Украине, они многие рвались в бой, чтобы вытащить меня оттуда. И дело доходилось и до ссор с командованием, и до ссор на местном уровне, то есть на уровне бригад. Вот. Но это так, это просто пока слова я говорю, реально надо было как-то туда уходить, потому что выйти невозможно. Вот. И
те люди, которые, допустим, охраняли нас, как вам сказать, за руки, за ноги держали десантники и не давали возможность даже подойти к самолету. Мне уже от них приходилось как-то убегать по поводу того, чтобы говорить, что мне надо проверить самолет. И они об этом не знали, что я ухожу, кстати. Знал только там один-два человека, которых попросил, потому что говорит, нам надо проверить тормоза или там рулежки. Говорит, ну, возможно, я уйду. Потому что пацаны потом бросали там какие-то вещи, потому что они не думали, что я улетаю. Они даже бросали вещи мне в самолет, говорят, если меня не станет, сыну передайте там что-то. Вот. Даже письмо не успели написать никто. Принимали решения, тренировали постоянно, а потом я понял, что у нас никто, конечно, отсюда не заберет. И как-то вырываться, самолет надо или полить, или как-то отсюда выгребать. Мне надо уже живой экипаж довести. Разные варианты там просматривались, возможность была, но не приняли такое решение, бросать самолет не хотелось. То есть это как для нас тоже живой организм. Подвести его тоже нет. Я принял решение, собрал экипаж. Экипаж все заодно, все молодцы. Никто не сказал ни лево, ни право. Говорит, командир, будем уходить. Ну, будем уходить, значит, давайте искать возможность. Если разумеется, что их может и к самому сбыть. Да. Ну, вы знаете, как вот Горько писал, лучше быть в воздухе, чем на земле погибнуть. Вот для летчиков так. Ну, тут мы уже сами. Уже нет никого. И вы никому не сказали, что вы это из командования тоже, из вашего? Никто не знал. Я уже той ситуации, которая прошла по сбитию этого самолета, я уже перестал кому-то доверять. Пошел, очень сильный дождь до этого был. Вот. Я не стал показывать, не стал тогда лететь, потому что хотел дать им возможность, чтобы они подумали, что я не могу летать в такую погоду. Чтобы они немножко расслабились. И на следующий день я знал, потому что мне метео мое докладывало, говорит, командир, будет опять такая же погода. То есть они расслабились, не поняли, что я в такую погоду не пролечу. То есть, может быть, не умеет летать. А может быть еще, потому что я еще ждал немножко, чтобы ниже. Я молил Бога, чтобы тучи были ниже. Чем ниже тучи, тем я меньше видимости на взлете. Я сразу раз и ушел. А там я как буду вращаться, то это мое личное дело. То есть уже мы снижали вероятность попадания ПЗРК. Объеме. И тем более в 100% мы снижали попадание стрелкотней, то есть особенно ЗУ-23-2. Потому что они на свободках не слышим звон, да не знаем, где он. Вот. Поэтому я дождался. Ну, ниже там 300 метров так оно не стало, нижний край. Пошел хороший дождь, и мы тогда решили принять решение уходить. Шли к самолету поодиночке, не демаскируя, чтобы не отвлекать ни личный состав, который нас охранял, и не рушим, мы от них сбежали. Мы потихонечку ушли от них, прогуляться. Вот, зашли в самолет, тихонечко сели, закрылись и запустились. И на рулении, запуская поочередно каждый двигатель, потихонечку рулили, вырыли на полосу и сразу мгновенно же ушли от момента, как мы сели, начали запускаться на этот взлет, пошло что-то не более 3 минут. Мы быстро это все сделали, с максимальными, там, как учили, кренами, максимальными градиентами я ушел. Практически касаясь над землей, над нашими. И пошел как раз на там, где меня и не ждал никто. Именно на их расположение, непосредственно на их базу. А над ними уже, скажем так, петлей ушел вверх. С переменным профилем, падая то вниз, то вверх. Набрали высоту, максимально безопасную для нас, вызвали нашу службу наведения. Они были, сначала не поняли, кто это вызывает, потом они поняли, что это мы, обрадовались и говорят, мы вас поздравляем, что вырвались. Все. Ваш аэродром посадки, я говорю, по направлению работаем, не скажу, короче, никто не понял, куда мы летим обратно, конечно, домой. Дома тоже никто не ждал, не знал. А потом, когда, видно, уже сообщили по наземной службе, что мы идем домой, то есть по локаторам-то видят, то уже, конечно, тут полбригады уже выбежала встречать нас. Вышла. Да. Мы пошли с над полосой, показали, что мы живы-здоровы, осмотрелись. Выпустили механизацию, то есть ничего у нас осмотрели, что мы можем
колеса вышли, все вышло, чтобы посмотрели с земли, все нормально. То есть мы зашлись. Потому что я уже в состоянии таком был, что я не чувствовал, что в меня стреляют, не стреляют. Я уже выполнял, я ломал самолет, ну, приблизительно очень сильно. И, может, немножко выходя его за эксплуатационные ограничения, но мне приходилось делать так, что немножко Илюша поскрипел чуть-чуть своими крыльями. Но все обошлось, и слава богу, может, так все сложилось. Ну, а в дальнейшем потом, конечно, мы тоже выполняли разные полеты, но с Донецком и Луганском уже было пока закрыто. То есть. А до цих 7 днів, поки ви були в аеропорту, ви, ну, чисто з такої людської точки зору, ваша сім'я здала, ви говорили, ви спілкувалися, ви могли? Все по мінімалу було, це раз. Во-вторых, по приказу знали, що якщо включений телефон мобільний, це точка демаскування. Всі вірили в мене, тому що, по большому счету, командир у нас вже не перший раз попадал в ситуации разные. Это еще не самая худшая ситуация, в которую я попадал, поверьте, по уходу. Все знали, что я уйду, верили, по крайней мере, и нас не поддаются на эти провокации, все нормально. То есть, если плачут дома, значит, мне же хуже. Лучше не плакать. Все будет нормально, все будет хорошо. Ну, але ситуація чисто психологічна, як ви це все пережили? Ну, тобто ваш учень, фактично, люди, яких ви вчили, не просто там їх збили, да, вам вже довелося якісь рішення приймати щодо того, там, ховати їх, не ховати. І я два дні спати не мог. Я не мог уснути. У мене і доктор какое-то успокоительное далівав там і все. Я два дні не мог уснути. У мене було или давлення, или щось мене трепало, мене щось до такої степені. В аеропорту там не. Да, я не мог уснути. Психологически оно, я очень, кстати, так вот даже за экипажем посматривал со своим, как оно и что. Все довольно такие более-менее. Мне, конечно, радист очень так, немножко очень сильно переживал. Ну, как сказать, Сашка, по большому счету, я в него всю душу вложил, все летное мастерство, которое я мог, я ему отдал. И мы любили экипаж, и он был очень преданный. Понимаете, человек такой, который, он не предан какому-то, он предан, он вот он стране был отданный. Понимаете, он даже не, я не мог назвать его, вот, он, что что-то ему принадлежит. Мне кажется, ему вся страна принадлежала. Он себя так легко это чувствовал, и вот это объяснить очень трудно. А когда я его потерял, я еще не мог это поверить. А когда я реально смотрю на вещи, мне надо быстро, буквально 5 минут, я сразу прихожу в себя полностью, я начинаю трезво мыслить, я не покрываюсь потом, я начинаю выполнять задачи. Поначалу, да, для меня это был шок, по большому счету. Я когда рулил, у меня, скажу, поджилки тряслись, ну, это чисто человеческое. Я в состояние эффекта не входил, но я себя быстро вывел из этой ситуации, я сразу же, если командир расслабится, поверьте, что будет с личным составом. Нельзя так делать, поэтому ко мне даже ввиду плохой ситуации, он всегда будет командиром, и личный состав, когда смотрит, что он уверен и спокойный, то и личный состав будет. Они верили, знали, я в них верил. А мы команда, которая, ну, победить невозможно. Вот. А десантники, яких вы везли, они, напевно, были просто в шоке от того, что стало? Да, потому что были десантники, которые, может, даже в рубашке родились, которые должны были лететь с Сашкой, буквально, я не знаю почему, кто-то их так с командования поменял, они со мной полетели. Буквально поменялись местами. Вот есть такие, которые спокойно, и, знаете, на постах сидели, и все, и выполняли свои обязанности, все, молодцы. Но есть вопрос, кто за это будет отвечать. У вас тоже есть вопрос? Но вы бы хотели, чтобы за это ответили? Ну, у меня только перед врагом. Пока вопрос стоит. Тобто... Кто сбил? Я их хочу увидеть. Ну, але дивіться, я слідкувала за тим, як ви давали свідчення в суді в справі генерала Назарова, да, якого звинувачують фактично в тому, що не так прийнятому рішення, в тому, що він всі ризики не побачив, та, не відчув і не прийняв, можливо, інше рішення. Виходить, що вийшла якась між самими військовими така ситуація, в якій військові звинувачують військових,
І ця ситуація вийшла навіть вже за межі історії з 76, бо одні військові стоять на стороні там, ну, умовно, пілотів, так, а інші на стороні там, людини дуже високого рангу Венштадт. Ну, суд на то не суд, який виносить рішення. Потому что была комиссия создана непосредственно, и она комиссия была независима, которая действительно все это дело просмотрела. И опыт тех летчиков, которые именно вели эту комиссию, проводили это расследование, у меня не вызывает к ним никаких нареканий. Если бы мне сказали, что где-то виноваты мы, я бы принял это на себя ответственность. Тогда бы я пошел на этот суд и сказал бы, что суд вообще неправильно, не того судит. Угу. А вот такое вот решение, если суда оно есть, оно, я не буду с ним спорить. Ну, вы сами особисто вважаете, что якби в командира, от, умовно ставимо вас на місце того командира, який отримує, нехай дуже непровірену інформацію про те, що є. Я бы не стал рисковать. Чтобы вы не отправили экипаж? Нет, нет. Четыре экипажа? Надо всегда, если пошла информация, надо ее перепроверить. Проверить, проверить и проверить. Раз. На авось не надо. Нам это русское слово, надо его забывать. Вот. Как оно пойдет? Понятно, что информация была разная. Вышли, не вышли, она противоречивая. Пугали, не пугали. Ну, я понимаю, что надо было лететь. Надо было что-то другое мы придумали. Мне надо было время тогда на это, понимаете? Хотя бы сутки, хотя бы это проработать, эту операцию, потому что у меня его не было.